всем привет! Сегодня мы пришли на Russian Internet Week, чтобы взять приз за нашего любимого дяденьку, который делает замечательные обзоры на компьютерные игры с матом. Здесь мы нашли много дебилов, в частности Макса плюс 100-500 и тёлок. Сейчас будем говорить со всеми подряд просто, чтобы успокоить себя. С хуя ли ты пришел сюда? Мне вот вручать премию «Золотой граммофон», потому что я лучший шансон-певец в России. Макс, знаешь ли ты, что помещение надо кепку снимать? Я, блядь, не русский. И еще самый главный вопрос. Не считаешь ли ты, что после того, как ты присоединился к Арамбе, ты уже не торт? Я присоединил Карамбу к себе. Да, ребят, кстати, кто мог испортить друг друга? Я, Макс, или он меня? Подумайте об этом и пишите в комментариях. Вот представь, вот какой-то человек в интернете сидит, он не очень красивый, да, неказистый, а ему хочется внимания женского, вот к тем тёлкам подойти. Что ему посоветуешь сделать? Не пасовать. Не пасовать, а пасовать. Ну да. Девушка, вы знаете, вы не одеты. Ничего страшного, шляпа лишняя. Я одета. Что? Да, вы так считаете, шляпа. Ну, шляпа. У меня вот еще очки. Скажи, пожалуйста, что надо сделать парню, чтобы склеить... Нет, не склеить, это некрасиво. Познакомиться с такой девушкой, как ты, заинтересовать ее. Мне нравятся мотоциклисты. Они хорошие или плохие? А если я на красной Феррари подъеду к тебе, ты не обратишь внимания? Только на мотоцикле? Не знаю, смотря какой мотоцикл. Скажи, вот, казалось бы, в это воскресенье только пили с тобой пиво, а теперь ты как последний задрот пришел на риф. Зачем? Задрот вместе с тобой, кстати, тут пиво тоже есть, я знаю, где. Пошли попьем пиво. Чем мы время тратим? Вот, все, ребят. Какие выборы, какая политика? Вот, это правит миром. Черт подери. Скажи, ты зачем сюда пришел? Ну, чтобы посмотреть на людей, посмотреть на... О, по Gangnam Style! Согласись, в реальной жизни гораздо лучше смотреть на грудь, пусть даже декольтированную, чем по интернету. Наверное, да, с лета, да, приходите. А у вас есть там блядство, разврат, наркотики? Нет, у нас есть коктейли, интеллигентные модели и море всего интересного и веселого. Здрасте, а нам сказали, что здесь интеллигентные модели. Это вы? Конечно, это мы. Давайте о Копернике поговорим. Коперник. Давайте не будем об этом говорить. А хочешь, Маяковского будем цитировать вместе? Коперник. Давай. Знаете, мы просто интеллигентные, но не интеллектуальные модели. Я понял. Конечно. Просто сам удивился. Вам не жарко? Нет, спасибо, все хорошо. Видна грудь, закрашена непонятно чем, и она даже не хочет с тобой разговаривать. Это сознательная провокация. А вон там девушка дает что-то. Дилда. Возьму немножко. Ну да, я вижу тебя, ты нуждаешься. Возьми. Схожу к парикмахеру, постригусь. Ладно, спасибо. А вообще, как считаете, чем больше девушка одета, тем больше вызывает желание или наоборот? Да, так и есть. Да. Утешайте себя. Хорошо, спасибо. Лечебную клизмочку можно? Нет, к сожалению. А больше ничего пощупать нельзя здесь? Ну, как, смотря как попросите. Ага. Одну минутку. Нет. Консультацию врача сколько стоит? 200 евро хватит? Нет? Ладно, про пощупать и спрашивать не буду. Ребят, я нашел себя, теперь на мне голубая бабочка висит. Сань, теперь ты тоже педик. А может, мне поможете склеить вон ту девушку, видите, в купальнике и в красной шляпе? Там цветочки. Взял цветочек, взял розочку, подошел к девушке и клеишь. Послушай, я четвертый раз к ней подхожу, она мне не оставляет ни единого шанса. Вот уходят, смотри, виляя попой. Ну что это? Как можно жить с такой ситуацией? Как? Да. А для чего? Вырастет, будет петухом. Добрый день. Скажите, а можно немного мегапланы? Конечно, много. Можно много. Сколько у вас стоит коробок спичечный? 200 евро. По нашему мегаплану. Сегодня у на основе зеленого чая молочный лун. Как вы подготовились? Охренеть! Вот вам респект, просто гашиш с собой. Но это чай на самом деле, ну, скажи что-нибудь. Как вы меня задолбали? Да. Они не разговаривают. Они с вами не разговаривают? Вообще. Вы им не нравитесь? Холодные стервы. С голыми сиськами. С голыми аппетитнейшими сиськами. Жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на наш канал, если вам понравился обзор с этого замечательного события.